На этих полотнах изображены пороки и добродетели. Одни производят впечатление мрачной антиутопии, другие светятся солнечным оптимизмом, как этот деревенский домик в лесу. Все эти картины из собрания известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Сегодня они выставлены в Самарском художественном музее. По словам коллекционера, в 1985 году он приобрел первую картину, от которой еще пахло свежей краской. Сейчас у него уже 6 тысяч работ современных художников. Как только я переехал из провинции, где я родился, в Москву в 1974 году, я сразу стал ходить по музеям, по выставкам и так далее. И, в общем, в конце концов, примерно через 10 лет органично это пришло к тому, что я приобрел первую работу. В Самару Михаил Алшибая привез собрание из 60 полотен, объединенных общим названием «Продолжение». Это символично, ведь в зале представлены как работы художников 60-х годов, так и те, что вышли из-под кисти 2-3 года назад. Таня Стрельбицкая, член Ассоциации художников ЮНЕСКО, в коллекции представлены и ее работы. Я приехала, чтобы увидеть, радоваться. Потом я впервые в Самаре и открыла для себя совершенно невероятно красивый город. Уже летом хочу приезжать писать картины. Вот. И завтра мы тоже наметили батл художественный сделать. Ну, знаете, город, который вызывает какие-то совершенно удивительные чувства. И выставка. Ну, это потрясающе. Михаил Михайлович Алшибая – человек, который собственными руками не только роскошно шьет сердце, но и собирает имена, которые в следующем поколении уже будут прочитываться как действительно серьезные имена нашего поколения. И для нас это очень-очень важно. Выставка картин из коллекции Михаила Алшибая продлится в музее до 22 марта. Олег Зверев, Николай Сидоров. События.